Сегодня у нас завершающая лекция курса. Называется эта лекция «Забастовки и советы». Забастовки и советы. Ну, а потом мы перейдем уже к занятиям контрольно-проверочно и аналитическим. Мы, по сути дела, рассмотрели с вами процесс, ведущий к забастовке. И если весь этот процесс может быть назван действительно тем понятием, которое обозначено в Трудовом кодексе, а именно коллективный трудовой спор или разрешение коллективных трудовых споров, то вот забастовка, она, строго говоря, под понятие спора не подходит. Забастовка подходит под понятие конфликт. Правильно? То есть, когда спор не заканчивается, никакому выводу, так сказать, такому, который бы устроил обе стороны не приходят. В таком случае мы говорим, что противоречие обострилось до такой степени, что уже сила аргументов начинает заменяться аргументами сил. Ну и поскольку мы с вами рассматриваем политические аспекты социально-трудовых конфликтов, следует особо отметить, что забастовка, несмотря на то, что это не такая форма, которая аргументами ведет к обычными словесными аргументами, ведет к регулированию. Это такая форма, которая позволяет работникам применять забастовку как такое орудие силы в отстаивании своих прав и своих интересов. Самое интересное, что это право на забастовку, оно записано в Конституции, в 37-й статье. И не только записано, но и достаточно развернуто изложено в самом Трудовом кодексе России. Почему? Ну, во-первых, потому что сам смысл забастовки означает, политический смысл забастовки означает, что она является оборотной стороной отмены принудительного труда. Значит, до того, как появилось право на забастовку, по существу труд был принудительным. А именно, значит, либо рабовладелец мог принуждать рабов, не спрашивая, хотят они работать, не хотят они работать, сколько им положить для потребления. Вот. И то же самое можно было сказать, что крепостные крестьяне, конечно, известное время посвящали труду на своем участке, так и выгону скота. Но они известное время должны были отработать на барщине, и тоже их никто тут по этому поводу не спрашивал. А вот с наступлением капитализма, и в этом его прогрессивное значение по отношению к феодализму и рабовладению, конечно, с наступлением капиталистической эры, ситуация изменилась в корне. Работник стал свободным. И у нас уже об этом, можно сказать, даже люди забывают, что, дескать, таких проблем много уже, что это, об этой свободе не говорят. Но свобода в чем? Нельзя работника заставить делать то, что желает работодатель, если работник с этим не согласен. При этом вопрос о согласии работника приобрел такой вот коллективный характер. Речь идет не о согласии отдельного работника. На самом деле отдельного работника можно и заставлять. Под какой угрозой? Под угрозой увольнения. А вот когда речь идет о коллективе, то тут как-то об увольнении коллектива речь не идет. Более того, у нас в законе предусмотрено, что локаут, то есть увольнение бастующих, запрещено российским законодательством. И хотя иногда говорят, что вот у нас плохие законы, дескать, вот на Западе хорошие законы, на Западе, в Германии, локаут разрешен. Вы можете бастовать, а я могу вас увольнять. Так что такая ситуация. А в России локаут запрещен. Нельзя увольнять во время забастовки никого. И по причине забастовки нельзя увольнять никого. Конечно, это право, с одной стороны, с формальной точки зрения, предоставлено классом буржуазии, то, что класс буржуазии устанавливает законы, не правда ли? Но он устанавливает законы в порядке классовой борьбы.
Классовая борьба рабочих многих стран, передовых стран мира, в буржуазное время привела к тому, что во всех конституциях нынешних, достаточно передовых по сравнению с феодальными странах, везде имеется право на забастовку. Право на забастовку означает, что отменен принудительный труд. Работники, так сказать, готовы трудиться и выполнять распоряжения работодателей, собственников средств производства при одном непременном условии, что они, так сказать, не подавляются при этом. А вопрос о том, подавляются или не подавляются, это решают сами работники, а не тот, кто извлекает прибыль. Поэтому с формальной точки зрения кажется, что эту норму установили работодатели, но на самом деле эта норма установлена в порядке забастовочной борьбы, на которую сначала никто никакого разрешения не давал, но поскольку она без всякого разрешения все равно продолжается, ее ввели, так сказать, в закон и урегулировали. И урегулирование. Вот то, что ее урегулировал буржуазный класс, это да, он урегулировал, поставил определенные пределы, нормы, при каких условиях разрешена забастовка, какая забастовка считается законной, какая забастовка считается незаконной, какова процедура, которая ведет к забастовке и так далее. Ну, кратко, если говорить об этой процедуре, мы уже о ней говорили, она сводится к тому, что придуманы примирительные процедуры и указано, кто вообще может руководить этим процессом. Если работники не организованы, у них нет профсоюза, то, как говорится, со стороны буржуазного класса, да и со стороны рабочего класса, можно сказать одно и то же, что вы сами виноваты, что у вас нет органа и нет инструмента, с помощью которого вы можете применить такое право, как забастовка. То есть, если у вас большинство работников не в профсоюзе, если они считают, что не стоит, значит, уплачивать профсоюзные взносы, не стоит участвовать в профсоюзных собраниях, мы сами как-нибудь переживем, наедине с кем? Наедине с работодателем, который вовсе не старается обеспечить улучшение жизни, а старается повысить свою прибыль. Поэтому в тех организациях, в которых отсутствует объединение в профсоюзы, или оно очень слабое, в тех организациях работники терпят поражение в коллективных трудовых спорах. И конфликт там законно не провести, а отдельные одиночные конфликты подавляются, и можно сказать, по делам. Поэтому в известном смысле правящий класс принуждает класс, который является подчиненным, организовываться и приучает к организации, толкает его к тому, чтобы он создавал профсоюзы, не мешает ему создавать политическую партию, пожалуйста, делайте, работайте. Но выполняйте те нормы, которые установлены и для профсоюзов, и для политической партии, и никто вам, так сказать, такого запрета не ставит. Что требуется от работников для того, чтобы они воспользовались правом на забастовку? Во-первых, от них требуется, чтобы в профсоюзной организации, их предприятия, было более половины работников. Надо сказать, что во многом это положение продвинуто нынешними профсоюзными организациями ФНПР, которые по старинке, они перешли из прошлого периода, они по старинке, так сказать, имеют больше половины, и они очень сильно лоббировали эту норму, и тем самым лоббировали ее против так называемых новых профсоюзов, которые бы пока не охватывали больше половины. С другой стороны, это естественная норма, потому что если требуется для выставления требований, и это тоже вполне законно и справедливо, не только законно, но и справедливо, выставление требований требуется собрать позицию большинства и сформировать позицию большинства членов коллектива. Но если профсоюз выражает позицию более половины, если более половины членов коллектива в профсоюзе, то, собственно говоря, можно вести непосредственно разговор с профсоюзом. Если профсоюз не выражает, то это дело коллектива, какой представительный орган создать. Он может поручить этой профсоюзной организации, этому профсоюзному комитету, тогда с ним разговаривает. Если он не поручает, то разговаривает с тем, кому поручит. Это применяется иногда и работодателями, поскольку если работодатель создает нечто вроде профсоюза, как вот получилось в данном случае в ООО «Морпорт СПБ», где создан профсоюз «Портовик», работодатель нагнал туда 900 человек, а в профсоюзе докеров
Собственно, те докеры, которые выполняют основную работу, которая делается в порту, и от которых зависит вообще, собственно, содержание деятельности порта, а все остальное к этому прилагательное, там 300 человек. И еще 50 человек профсоюза работников водного транспорта. А в едином представительном органе, который по закону может быть сформирован, получается, что докеры составляют 1/3. А раз они составляют 1/3, то они в меньшинстве. А раз в меньшинстве, то вот этот самый профсоюз портовик от имени представительного органа заключает договор с администрацией. И теперь, после того, как такой договор заключен, речь идет о чем? О том, что можно добиваться изменения, дополнения этого коллективного договора. Но опять-таки для этого нужно иметь поддержку большинства. Вообще говоря, поддерживать от профсоюза, потребовать от профсоюза, бороться за то, чтобы большинство тебя поддерживало, это полезно, разумно, и не только с точки зрения буржуазии, но и с точки зрения рабочего класса. Почему бы рабочему классу не добиваться своей поддержки, требований в коллективе? Если эти требования не являются требованиями коллектива, ну с какой стати тогда, с какой стати их должен работодатель удовлетворять? Правда? Работодатель должен откликаться вообще на требования коллектива, но откликаться на требования меньшинства он с точки зрения общедемократических позиций как бы и не должен. Дескать, вы добейтесь, покажите, что вы представляете свое большинство, тогда пожалуйста. Какие есть для этого формы? Для этого есть такие формы, что работники могут передать представительство на ведение переговоров и заключение коллективных договоров на организацию коллективных трудовых споров какому-то органу, например, той профсоюзной организации, которая составляет меньшинство. Для этого пишется соответствующее поручение, что я такой-то работник такого-то предприятия поручаю профсоюзной организации такой-то представлять мои интересы, то есть доверенность при ведении коллективных переговоров, разрешении коллективных трудовых споров, затрагивающих мои индивидуальные интересы, независимо от того, к какому я профсоюзу принадлежу или принадлежу ли я к профсоюзам вообще. Ну и как вот в случае с началом коллективного трудового спора, если можно собрать подписи, или представительный орган, который организовывает забастовку, он может либо собрать собрание, то есть больше половины работников должно присутствовать на собрании, чтобы оно было законным. Если это очень трудно или невозможно сделать ввиду сменной работы, можно провести конференцию. На конференции сколько может быть человек? Это зависит от нормы представительства, да? Если 7 тысяч человек на предприятии, а представительство от 1001, ну, собрались 7 человек, и проблемы, где собраться, не существует, правда? Собрались 7 человек, и это вполне правомочно, и любой суд, который будет представлены документы о том, что вот так-то установили норму такую-то представительства, собрали конференцию, конференция приняла такие-то решения, он ничего возразить по этому поводу не может. Вот, поскольку имеется возможность собирать такие доверенности со стороны работников, то, в общем, от профсоюза требуется работать непосредственно с коллективом, а не только взывать к начальству, к городу, к стране, к правительству, к президенту. То есть идти вообще профсоюз должен, ну, не столько вверх, сколько вниз. Не столько жаловаться на свое начальство, сколько обращаться за поддержкой, прежде всего, к своим товарищам. Если вы уверены, что у вас правильная позиция, чего же вы не убедите в этом своих товарищей? А если вы не можете их убедить, почему вы думаете, что не убедив своих товарищей, вы сможете убедить своих противников в этом самом соотношении, да, в этой борьбе? Это очень странно, надеяться на то, что вы сможете убедить противников, Вы собираетесь заставить буржуазное государство, чтобы оно принуждало буржуазию следовать вашим интересам. Это довольно странно. С точки зрения политической, правда? Ну, вы понимаете, что есть государственные службы, скажем, есть государственная трудовая инспекция. Кому должна помогать эта инспекция? Инспекция должна помогать государству, то есть классу буржуазии, защищать этот класс от ретивых администраторов, которые подрывают его же существование, которые, так сказать, дикие принимают решения, нелепые принимают постановления,
Но они исходят из интересов кого? Из интересов того класса, которому принадлежит это государство. Если государство буржуазное, было бы странно, что оно бы действовало в интересах рабочего класса. Ну, это странно. Вы создавайте себе государство в интересах государства рабочего класса, и пусть оно действует в интересах рабочего класса. А пока государство буржуазное, ну, люди, которые могут рассуждать с точки зрения политической, должны понимать, что буржуазное государство в общем и целом, конечно, защищает интересы буржуазии. И не в интересах буржуазии, скажем, какие-то бунты, и в интересах буржуазии ненужные волнения. Вот, например, сейчас как раз мы имеем пример в виде вот этого движения дальнобойщиков. Чего это движение? Это сказать, что это движение рабочего класса, я думаю, нельзя. Потому что налог, который система Платон налагает, на кого? На собственников. Но странным образом он так сделан, что платить нужно непосредственно рабочим, то есть тем, кто везет, либо... Ну, тем, кто имеет одну машину, собственник ее, он сам же и едет. Это мелкие буржуа, с точки зрения этого деления, которое мы с вами тут рассматривали. Либо он рабочий, когда он работник, нанятый собственником автомобиля. Его автомобиль, у собственника там 15 или 20 автомобилей, он направляет его, но деньги собирает. С кого? Деньги собирает с рабочего. Как правило, значит, получается так, что потом как бы работодатель эти деньги ему возмещает. Но собирает с рабочего, и получается, что рабочий должен авансировать. То есть тот, у кого меньше всех денег, должен авансировать того, у кого больше денег. И ясное дело, что это не устраивает ни тех, ни других. Это не устраивает и рабочих, поэтому они к этому тоже присоединяются, к протестующим действиям. Ну а если брать широковещательное заявление нашего руководства, я имею в виду прежде всего руководство правительства, товарища Медведева, он говорит, мы вот поддерживаем мелкий бизнес. Как вы его поддерживаете? Мелкий бизнес рассчитывал, что вот есть такие-то системы налогов, так, система преференций, есть такие правила. Он мог создать какую-то компанию, которая производит козье молоко, купить там 15 коз, а он купил автомобиль. И вот он купил автомобиль, оказывается, теперь, значит, установили другие финансовые условия, и у него вместо прибыли получается убыток. А если, или получается очень низкая прибыль, которая не позволяет ему ни ремонтировать машину, ни приобретать новую, а приобретение новой машины – это не приобретение одной курицы. Тут, так сказать, не пройдешь маленькими суммами. Значит, здесь суммы значительные, и поэтому... Для того, чтобы пополнить этот парк, ему нужно иметь соответствующие финансовые запасы. Тут его вдруг лишают запасов, хотя люди, которые покупают автомобили, достаточно грамотные и понимают, что, во-первых, они платят дорожный налог. Во-вторых, они знают, что деньги, которые идут на этот дорожный налог, непонятно, как используются, потому что дороги проваливаются. Вовсе не потому, что по ним ездят большегрузные автомобили. У нас дороги, как вот здесь показывали, выступающие. Дороги в городе видно, что проваливаются там, где ездят легковые. Причем никак колея легковых не совмещается с колеей большегрузных дорог. Да мы все прекрасно знаем, что дорожные работы – это работы, на которых больше всего уворовано средств. И частных, и государственных. И что вместо того, чтобы делать хорошую дорогу, делается дорога плохая. И если в советское время рассчитывалось на 57 тонн, на движение транспорта на 57 тонн, то непонятно, на что рассчитаны те дороги, которые построены. А дорожный народ взят, а после того, когда человек закупает акциз, он еще платит, закупает бензин, еще платит акциз тоже на дороге. То есть два раза уже на дороге собрали, потом говорят, давайте еще раз, третий раз на дороге. Но когда уже третий раз, то народ начинает возмущаться, и тут, я думаю, и правящий класс должен пойти на этому навстречу, потому что он, так сказать, душит представителей этого же самого класса. Но, как мы с вами знаем, с точки зрения экономической, крупная буржуазия, крупный капитал, мелкий бизнес душил, душит и будет душить. И поэтому все эти рассуждения, поддержка мелкого бизнеса, это больше лицемерие на самом деле. Ну как может... Как может государство, которое является капиталистическим, поддерживать мелкий бизнес? Оно говорить может на эту тему, не более того. Ну а что касается того, что мы не будем проверять, дескать, мелкий бизнес, это уже не поддержка мелкого бизнеса, это безобразие. Потому что именно в сфере мелкого бизнеса имеются колоссальные нарушения санитарные, технические, юридические, и поэтому
скажем, здесь ограничивают проверяющие органы или говорить, что я с вам за год сообщу, когда я к вам приду, чтобы вы приготовили стол соответствующий, и чтобы у вас было все хорошо в этот день, но это какой-то детский сад. Так проверки не делаются. Проверки должны быть внезапными, и не тогда, когда к ним готовятся, а когда к ним не готовятся. Мы видели эти кадры, как кур зеленых отмывают в хлорке, потом их промывают, потом заворачивают, замораживают и продают бабушкам-старушкам. Так что разве у нас нет таких фактов? У нас таких фактов очень много, и мы знаем, что у нас поддельных продуктов фальсифицирован тьма. Об этом все знают, Дума об этом знает, об этом пишут органы печати, и в этих условиях говорит, мы не будем проверять. Ну, можно и не проверять, если у нас нет такой задачи обеспечить качественные продукты. Но тогда мы не сможем конкурировать с теми, у кого продукты качественные. И это хорошо, что мы, скажем, не даем левый продукт завозить из-за границы. Левый, который не оформлен, который идет, так сказать, нелегальным путем, но при этом-то идет продукт качеством очень часто выше, чем вот наш этот местный. А местный, на самом деле, паленый, он идет легальным, он идет законным, но в нем в молоко добавлено пальмовое масло, и сыр превратился в какой-то странный новый продукт, который те, кто любит сыр, не любят, а те, кто не любит сыр, ну, естественно, и этот не будут есть. Вот с чем мы сталкиваемся в данном случае. Так что когда мы возвращаемся к вопросу о забастовках, то мы должны понимать, что это вот некий компромисс. Вот это законодательство, которое сейчас есть, это некий результат той конфликтов, которые были классовых, конфликтов между рабочим классом и между буржуазией, про которые еще Маркс писал, критикуя Прудона в «Нищете философии», когда он рассматривает вопрос о том, за что борется рабочий класс. Он борется за зарплату с целью добиться повышения зарплаты, он создает объединение, то есть профсоюзы. И вот это потом защита этого права на объединение ставится выше уже рабочим классом, чем, собственно говоря, то, что он, за что он первоначально боролся. Потому что, имея право на объединение, можно и об условиях труда позаботиться, и о других нормах. А если у вас нет этого объединения, то вы и зарплатой вопрос не решите. Поэтому вопрос о профсоюзах, о правах в профсоюзах очень серьезный. Это вопрос, так сказать, истории вообще классовой борьбы в течение всего буржуазного времени и во всех странах, которые можно считать современными странами, не отсталыми, везде в законодательстве имеется право на забастовку. Ну, только вот, скажем, у нас процедура более, может быть, жесткая и более, так сказать, тщательная. И как всякая процедура, она имеет отрицательные стороны. Кто вот хочет сразу, если есть какая-то вспышка недовольства, надо сразу делать забастовку. Это от одного рода работники, одного рода творцы, так сказать, этих конфликтов. А другое дело, когда есть довольно строгая процедура и не такая быстрая, ну, а вы набрали больше половины за эту забастовку в своем коллективе? Это просто набрать больше половины. Эта процедура позволяет постепенно, ведя переговоры и показывая коллективу, на какой стороне находится работодатель, как он реагирует на предложения и требования работников, она, эта процедура, позволяет за время прохождения этой процедуры получить на свою сторону большинство работников. А законодательство обязывает провести после всех примирительных процедур снова конференцию отдельно для решения вопроса о забастовке или собрать подписи в поддержку забастовки. Если будет больше половины подписей в поддержку забастовки, в поддержку представительного органа, вот этот представительный орган может приступать к забастовке. Может приступать к забастовке. Что для этого нужно сделать? Для этого представительный орган должен провести некоторые промежуточные процедуры, которые, ну, показывают ему, что он вступает в политическую жизнь. Во-первых, он должен уведомить орган местной власти о том, что вот он намерен проводить забастовку. Он не обязан от органа местной власти получать разрешение на это, но уведомить он должен, чтобы, так сказать, неожиданностью для органов местной власти это не было. То есть он должен вступить прямо, его не только
приглашает его, подталкивает к тому, чтобы люди, которые занимаются экономической борьбой, вступили, зашли в сферу политики, пошли к органам местной власти и уведомили. Я как-то вот в этой процедуре участвовал, там есть морские ворота Петербурга, такой орган местной власти, муниципальный, в порту. И вот мы вместе с представителем портового комитета пришли туда. Значит, его руководитель скрывался, он уже знал, что к нему придут. Что-то ему эта информация не очень, как бы, хотелось бы пользоваться, потому что как бы он тогда вроде бы как и отвечает за то, что здесь происходит. Вот. Но поскольку там был его заместитель, и мы его изловили, мы ему сообщили в письменной форме, что вот предполагается такая-то забастовка, он там что-то стал говорить, мы сказали, да это вот не обязано вы что-то говорить, мы не против того, что вы говорите, но это, в общем, не имеет к этому делу отношения, мы пришли вас уведомить, чтобы вы знали, чтобы мы от вас не скрываем, все. И больше ничего. Но, как написано в законе, порядок во время забастовки три органа соблюдают, обеспечивают. Это орган, как раз местный орган власти, Б, это работодатели, Б, это забастовочный комитет, это вот представитель органа работников, который руководит забастовкой. Второе. Значит, рабочих, которые собрались проводить забастовку, приучают к тому, чтобы они ответственно относились к забастовке, что вот забастовка не самоцель. Это у вас средство для в известной борьбе за отстаивание своих требований, но вы не должны забывать, что, может быть, вы производите какие-то продукты, которые нужны для здравоохранения, без которых кто-то может заболеть или, не дай бог, умереть. Так, есть какие-то грузы радиоактивные или опасные, которые задерживать нельзя. Есть какие-то приборы, которые совершенно необходимы, и без которых могут остановиться такие процессы, которые являются жизнеобеспечивающими. Пока этот процесс не был урегулирован, ну, были большие конфликты на эту тему. Вот примерно такого рода, что вот работники проводят, после того, как они уже наметили проводить забастовку, они пришли к работодателю согласовать вопрос о том, что будет минимум работ во время забастовки, который забастком будет организовывать. Он же теперь останавливает производство. Забастовка – это что такое? Это, я думаю, стоит нам зафиксировать, что забастовка – это полное или частичное прекращение работы с целью добиться удовлетворения выдвинутых требований. Я подчеркиваю, что полный или частичный, совсем не обязательно обеспечивать полное прекращение работы, ничего не следует, что это очень хорошо, потому что если вы потребовали частичного прекращения работы или организовали частичное прекращение работы, вам требовать не надо, вы сами решаете вопросы забастовки, это ваше право, то вы получаете, между прочим, и зарплату в пределах того, сколько вы работаете. А если вы полное прекращение, то вы лишаетесь зарплаты на все время забастовки. И тогда ваша забастовка с точки зрения юридической может сколь угодно длинной, а с точки зрения экономической, сами понимаете, что никаких особенных запасов работники не имеют, и поэтому сколь угодно длинной их забастовка быть не может уже по экономическим причинам. Николай Павлович, перезвоню, сейчас лекция. Поэтому наиболее такие, надо сказать, грамотные профсоюзные работники, которые не раз доставали, они идут по другому пути. Они, как правило, проводят забастовку, в которой только частично они, так сказать, не частично останавливают работу. То есть в пределах там часа в смену или два часа в смену. Или начинают позднее на час, или кончают позднее на час. Более того, значит, закон, Трудовой кодекс, в последних разделах которого как раз содержатся статьи, регулирующие забастовку, он позволяет органу, который возглавляет забастовку, объявить о том, что она приостанавливается в любой момент. И после этого объявления о приостановке забастовки, для того, чтобы снова ее продолжить, а она, собственно говоря, как бы не остановлена, а только приостановлена. Чтобы ее продолжить, не нужно проходить никаких примирительных процедур. То есть, если вот кто-то один раз прошел, он может очень долго, годами находиться в режиме приостановленной забастовки
И вот если вдруг, и никаких сроков тут нет, если вдруг там что-то его не удовлетворяет, он может изменить форму забастовки. Например, вместо часового сокращения времени он может перейти в режим там, двухчасового сокращения времени, трехчасового, полсмены работать, или кто-то будет работать 1 час, а другие будут работать 3 часа, а третий 4 часа и так далее. При этом, может быть, они будут работать в шахматном порядке, скажем, каждый день будет бастовать только 1 цех. Это частичное прекращение работы. Значит, завод из-за того, что этот цех бастует, не сможет ничего упускать. А все остальные цеха, раз они не бастуют, они должны получать зарплату. Правильно? Значит, на следующий день будет бастовать другой цех, а этот будет работать. Он будет получать зарплату, тот не будет получать. В итоге, там, если этих цехов 20 и рабочих дней в месяце 20, то получается, что по одному дню пробастует один цех, значит, всю остальную зарплату каждый получит, а завод не будет работать, считайте, все 20 дней. Поэтому вообще забастовка, это, поскольку это средство, а не самоцель, то люди, которые ее организуют, всегда думают, как ее организовать так, чтобы нанести, так сказать, меньший вред. Второе. Думать, что, скажем, вот просто организовав забастовку, вы нанесете такой вред своему работодателю, что он испугается и сразу пойдет вам навстречу, довольно наивно. Почему? Потому что работодатель располагает значительными суммами. В частности, вот, например, вот та профорганизация, которая сейчас организовала итальянскую забастовку, она должна отдавать себе отчет в том, что хозяин предприятия – это миллиардер Лисин, у которого 17 миллиардов долларов. И, скажем, меньшая выработка в течение там, месяца или двух серьезного какого-то ему урона не нанесут. И поэтому и к этому вопросу тоже надо подходить политически. Другое дело, я знаю, что во время забастовки, которая была в 2005 году в порту, кульминационным моментом было направление письма во время забастовки от имени докеров президенту России, в котором было написано, что вообще практика многих государств, в том числе европейских, говорит о том, что порты должны находиться в собственности государства. Что люди, которые работают в порту, а это важное средство и важный инструмент жизнеобеспечения страны, они не должны передаваться в частные руки и должны быть в руках государства. Поэтому мы просим, с учетом того, что вот не понимает наш работодатель, он не находит, так сказать, общего языка с докерами, а это основная сила, главная производительная сила в порту, он не обеспечивает соответствующий уровень работы, поэтому мы просим рассмотреть вопрос о национализации морского порта Санкт-Петербурга. И, надо сказать, этот вопрос, когда был поставлен, как-то, значит, ситуация стала очень быстро меняться. Особенно имея в виду, что вот активы миллиардера Лисина, они зарегистрированы. Половина, 50% в Дании, Джиск Сталь Индустрих компания, а вторая половина, Чупа Лимитед, на Кипре. Поэтому это как бы никакого Лисина нет, это просто вот есть датская компания, есть кипрская компания, но если датская и кипрская компания у нас управляет нашим портом, если это не в наших интересах, то давайте это национализируем. А тот, кто их зарегистрировал там, а не в России, тут пусть подумает, зачем он там регистрирует, а не здесь. Ну, это вот один момент, который был. А второй момент, который очень повлиял политически на разрешение конфликта в 2005 году, состоял в следующем. Что вот поскольку проводится довольно длительная забастовка, закон требует от 3 субъектов обеспечивать порядок на предприятии во время забастовки. Это какие субъекты? Это, во-первых, работодатель. А как он может обеспечить порядок, что он во время забастовки он не управляет процессом? Он, во время забастовки работодатель может сказать, где вот должен находиться рабочий Иванов? Не может. Потому что рабочий Иванов во время работы должен находиться у станка такого-то в таком-то цеху. Правильно? Во время забастовки нет никаких предписаний. Поэтому как будет управлять? Он вообще этого
рабочий Иванов может... А что, обязан рабочий Иванов находиться вот именно в этом цеху? Или он может вообще на заводе не находиться? Может и не находиться. Правильно? Где он вообще находиться будет? Что он будет делать? Это совершенно этим не управляет предприниматель. И люди, которые у него были представлены для охраны, они, у них были ограниченные функции сделать вот это. Туда-то пускать, туда-то не... А теперь что он может делать в этом отношении? Орган исполнительной власти, он знает, что делать на территории, а на предприятиях, как правило, он не представляет, что можно делать. Значит, третий субъект – это орган, являющий представительный орган работников, который руководит забастовкой. Вот этот орган, он может управлять на предприятии, он отвечает за безопасность, правильно, во время забастовки, он отвечает за сохранность имущества работодателя. Ну, кто-нибудь откроет большегрузный контейнер и оттуда что-то унесет, полезное, вкусное или дорогое. Может такое быть? Может. Значит, поскольку за это забастком отвечает, он должен подумать, как организовать. Или, скажем, что-то пропадет у работников. Кто за это будет отвечать? Если это сейчас забастовка, кто отвечает за сохранность имущества? Я вот повесил пиджак, в нем у меня был паспорт, деньги, телефон, повесил в этот шкафчик, шкафчик взломанный, все это унесено. Кто будет за это отвечать во время забастовки? Кто забастовку организовывает, тот пусть отвечает. Поэтому, или провокации могут быть такие, с целью сорвать забастовку или навредить тому же самому работодателю. Может быть такое, может быть. Кто за это должен быть отвечать? Прежде всего, орган, возглавляющий забастовку. Поэтому забастовочный комитет составил положение о рабочих дружинах и превратил во время забастовки, скажем, если у вас цех или бригада 200 человек, это вот дружина 200 человек, и вот эта бригада 100 человек у вас, 100 человек дружина. Наметил совещание, на которое пригласил линейный отдел милиции. И договорился, что именно в линейном отделе будет совещание проводиться. И линейный отдел милиции на транспорте, который вообще-то отвечает за порядок тоже от местных органов власти. И пригласил замдиректора по режиму, что уважаемый там Иван Петрович, приходите такого-то числа туда-то, в линейный отдел милиции, там будет обсуждаться вопрос о работе рабочих дружин во время забастовки. Будет обсуждаться положение о рабочих дружинах, а в положении записано, как, чему будут учить. Ну, для того, чтобы охранять, надо же, так сказать, иметь какой-то навык, какие-то средства. Вот, значит, на первом этапе деятельности рабочих дружин надо освоить приемы единоборств. Таких-то и таких-то. Как будем, что делать будем, чему обучаться будем, дзюдо, айкидо. Во время забастовки как раз самое время, да, заниматься дзюдо, айкидо. Вот такое, когда... Значит, вопрос встал в такую плоскость, что уже рабочие дружины созданы в порту. И как бы этот миллиардер Лисин со всеми своими миллиардами, он вообще не управляет этим процессом. Корабли сюда не ходят, так сказать, все поставки срываются. То, в общем-то, то письмо, которое само по себе, если оно было написано без забастовок там, на имя президента, дескать, мы хотим его национализировать, чтобы вы его национализировали, оно приобрело реальные очертания. И тот, кто говорил, что мы никогда вам не уступим, быстро уступили, ну быстро относительно, через полтора года после того, как в разных формах проходилась эта забастовочная борьба. Почему в разных? Потому что кроме забастовки, которая по форме была, ну какой, не жестокой, а именно только один час в день не работали, его немножко передвигали, то он был в начале смены, то в конце смены, то перед обедом, то после обеда. Это для этого требовалось только решение забасткома, приостановить забастовку и через два дня восстановить. И бумага, которую он направляет работодателю, теперь будет вот по-другому. Вот теперь будет другой режим. То есть как бы уже забастовщики показывали, кто здесь управляет процессом, когда и чего работает. Пришел корабль, и те, кто... Привели этот корабль, они интересуются, а их разгрузят или не разгрузят. Вот они приходят к начальству, АО «Морпорт СПБ». Начальство говорит, так и вы идите за баском. Мы не знаем, они будут в это время работать или нет. Как они могут знать? Не они же управляют процессом. Поэтому уже и администрация должна была направлять к забастовщикам и признавать его реальные силы, потому что что будет,
с организацией производства, это зависит уже от обосткома. Причем все это, поскольку, в отличие от некоторых, у нас очень много левых болтунов, которые говорят, в России невозможно законно организовать забастовку. Это ерунда. В порту все забастовки, вот я знаю точно, организованный закон, и сейчас в ЗАО, первый контейнерный терминал, где вот я являюсь консультантом профсоюзного комитета, я знаю, что сейчас они находятся в состоянии, все, в следующем состоянии, все процедуры пройдены, примирительные, а собрание или конференцию для решения вопроса забастовки они пока не собирают, а разговаривают с администрацией. И это, наверное, правильно. Пусть они, администрация понимает, что следующий шаг какой будет. Поэтому сейчас уже другой разговор. Сейчас разговор не такой, что, дескать, вот давайте мы вас убеждаем. А разговор такой, что если вы сейчас не соглашаетесь, то вы как бы становитесь инициатором забастовки. И для этого не надо никаких больше примирительных процессов. Собирается конференция, и все. И пошла забастовка. А в это время можно проводить такие действия, которые с точки зрения юридической забастовки не являются, а с точки зрения фактической являются. Вот то, что сейчас проходит в Марпорт СПБ, в печати называется итальянской забастовкой. Сегодня это так названо в газете «Коммерсант», на последней странице обширная статья про ту забастовку, которая там идет. Юридически там забастовки нет. Юридически это выглядит так. Вы со мной разговаривали, и я вам ничего не пообещал. Не будет лучше вам, не будет. А вы после этого стали плохо работать. Нет энтузиазма у вас работать. То есть как-то вот вы без энтузиазма делаете. Раньше вы выполняли на 180%. Нет, вы на 160%. Вы на 180%. Ну а теперь, значит, вы на 101, а он на 102. Я говорю, чего вам мало? Говорит, а что мы вам норму выполняем? Выполняем. А на самом деле, если посмотреть экономически, это означает, что раньше надо было бы в полтора раза коллектив увеличить, если они будут только нормы выполнять. И это все будет по закону. А после этого, когда он увеличит коллектив, он будет платить пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинский и так далее. И, в общем, 38% фонду зарплату надо еще отдать наверх. Так, когда вы 180% выполняете или 160%, он заплатил за вас и все. А если расширяется численность работников, то, конечно, в этом смысле предприниматель терпит убытки по сравнению с той картиной, которая есть. Но вы же просто из любви к работодателю 160 давали, правильно? А вы от надежды 180, что я буду думать, вы будете обо мне думать, а я буду думать о вас. А вы стали думать обо мне, и вы стали думать обо мне. Говорю, вот правильно, и я буду думать обо мне. Давайте, чтобы было единство, все будем об одном думать. А вы, какие странные люди, они что-то обиделись. Обиделись и стали медленнее работать. Что я могу предъявить вот по поводу того, что вы стали медленнее работать? Ничего. Говорит, почему медленно работать? Ну, нет энтузиазма. Да нет, мы не против вас, но просто нет вот радости какой-то, нет быстрее. Вот только я сделаю 101, прям руки опускаются. Вот. И все. Поэтому ничего предъявить сейчас докерам невозможно. Сейчас говорит работодатель в отношении председателя правкома, что он, дескать, недоговороспособен. Но он сказал, что мы прекратили это, а говорит, все равно это что-то не увеличивается выработка. Ну все, должна выработка увеличиться. Нет такого закона увеличить. Да, мы прекратили. Нет итальянской забастовки. Больше профсоюз это не организовывает. Но профсоюз вас может заставить это делать 180%? Не может. А вас? Вас и 160-то не заставишь. И все. И весь конец. То есть таких форм фактических забастовок существует очень много. Очень много. И вот на самом деле, что если есть право законное на забастовку, то организовать забастовку в самых разных формах вовсе не представляет большого труда. Например, существует вот такая форма работы по правилам, когда называется так, мы выполняем строго все правила. Там есть всякие книжки, как вы должны работать, все инструкции, правила, вы их читаете, ой, мы это не выполняем, это не выполняем. Если вы скажете, что вы раньше не выполняли правила, а сейчас по правилам работаете, то вот как и за прошлое, в общем, можно подумать, как бы, чего же мы вас не наказали. А вы не говорите, что мы сейчас по правилам. Мы раньше работали по правилам, а сейчас строго по правилам. А если вы строго работаете по правилам, что я могу сделать с вами? Ничего. И вы, если строго по правилам, а строго по правилам, ну, во-первых, вы пришли на работу, что нужно сделать? Медосмотр пройти. Ну, не у всех медосмотр. Оборудование.
Вот. Не проверить. Нет, первые у нас люди. Надо о технике безопасности позаботиться. Вы знаете, что инженера по технике безопасности надо утром вызвать? Надо вызвать. А вы почитайте, что написано у вас в инструкциях там. Инструкции надо почитать. То есть подготовка к такого рода забастовкой, которая является забастовкой по существу и не является забастовкой по форме, она предполагает большую работу. Вот вы посчитаете. Оказывается, надо вызвать инженера по технике безопасности. Вот я прихожу. И 20 минут я вам рассказываю. А вы сидите в рабочее время. Внимательно так на меня смотрите и слушаете. А теперь сколько вопросов вы способны задать, если у вас задача задать много вопросов? О, я знаю, сколько вы можете задать. Вот тут есть. Вот, вот есть. Ну ладно уж, ну до обеда вы, по крайней мере, этот вопрос изучаете. Потом, как вы уже заметили, после обеда идем проверять технику. Ну что, это бывает когда-нибудь, что вся техника вот исправная? Не бывает. Значит, что вы делаете? Вы нервничать начинаете, записываете в журнал, сидите и все время трясете того, кто чинит. Ну когда ты починишь, мне работать надо. Вот вы должны быть. То есть человек, который проводит такую забастовку, должен быть артистом, правильно? Он должен говорить, видите, идет. Ну, когда ты, в конце концов, починишь мне технику? А тот говорит, ну вот, ничего не привезли оттуда. Это тоже, кстати, он тоже в РПД. И он может сказать, вот когда меня оттуда со склада привезут, так бы он побежал на этот склад. А теперь говорит, мне по нормам должны принести. Я им позвонил. Ну, я жду. А вы его ждете. Работа идет. Ну, может быть, когда осталось 2 часа, до конца рабочего дня, наконец вы приступили и уже лихорадочно работаете, но что вы можете сделать? Ну вы же не виноваты? Не виноваты. Какие претензии? Никаких претензий. Ну, были и другие всякие формы там, которые представляли свои лазейки в законодательстве. Например, было такое положение, что вот 3 дня можно без представления медицинских документов не являться на работу. Просто об этом надо сообщить и все. Имелось в виду, что люди, наверное, выпили, пусть они один раз, если выпили в году, то не страшно. Один раз только. Но три дня их не было, но в следующий раз вас уволят, а в этот раз ничего. И вдруг, ну это значит плохое самочувствие, короче говоря. И вот люди, было это дело как раз в связи с получением зарплаты. Вы получили зарплату, как глянули в листки все, и так плохо себя почувствовали, что все написали бумагу, что в ближайшие 3 дня нас на работе не будет. Потому что мы себя плохо почувствовали после изучения листков. Ну плохо почувствовали, это по закону. Убрали это из закона, потому что очень активно, докеры очень активно использовали, убрали из закона. Но когда убрали, появились другие формы, авиадиспетчер. У них была такая форма очень хорошая, и она и сейчас используется, как бесконечное профсоюзное собрание. Вот профсоюзное собрание сколько часов может проводиться? Сколько угодно, да? Значит, сегодня у нас профсоюзное собрание. Вот. Значит, отсюда мы не уходим. И завтра не уходим, послезавтра не уходим. Значит, если вам у вас кто еду есть, то позвоните, вам принесут. А как не принесут? Вас нельзя же бросить. И вам принесут. Журналисты придут, поинтересуются, а что вы не уходите. А вот мы протестуем, вот мы требуем то-то, все. И вот люди так в Калининграде, калининградские авиадиспетчеры, в здании аэровокзала. Уходят авиадиспетчеры с работы, не идут домой, а идут в здание аэровокзала и продолжают участвовать в профсоюзном собрании. Есть вообще какой-то закон, что профсоюзное собрание должно быть тут столько часов? Нету такого закона. И ночью у них собрание, и днем у них собрание. Но а есть такой закон, что во время собрания нельзя спать? Если я скучно рассказываю, почему? Вот если вы спите, то это ведь не по вашей же вине, это по моей вине. Ну вот вы спите во время собрания. Утром потом вы спрашиваете у соседа, а было что-нибудь? Не знаю, говорит, я тоже спал. Короче говоря, идет собрание. Вот через месяц такого собрания все требования авиадиспетчеров калининградских были удовлетворены. Так и не видит, что они требуют, что они знают. Тут все это было открыто, люди приходили, писала пресса, естественно, с ними общались, они ни от кого не прятались, просто он на работу идет из аэровокзала и потом снова в аэровокзал. Там же свободный вход. Вон, представьте себе, приехали в Пулково, и там сидят. Кто там сидит? Авиадиспетчеры. И не уходят. Ну вот в Ростове-на-Дону стал нервничать работодатель и решил это дело разобраться с товарищами-авиадиспетчером, крутой.
что надо, значит, приструнить их. Ну а как он? Ну, подал в суд и обосновал то, что вот люди, раз у них собрание бесконечное, это профсоюзное, я в профсоюзную жизнь не вмешиваюсь, но они ночью не спят, а это подрывает безопасность полетов. И суд пошел ему навстречу и запретил проводить собрание с 23.00 до 7.00 следующего дня. Ну что он больше? Он больше не может. И дальше пошел он против Конституции, не может суд идти. На право объединение профсоюза святое, право законное, конституционное. Значит, авиадиспетчеры ростовские стали проводить собрание. Значит, в 23 они отбывают домой все. В 7 часов утра все они в этом здании аэровокзала, как огурчики, еще и более свежие, дома спят, тут сидят, результат тот же. Короче говоря, вот после такой работы генерального директора госкорпорации по организации воздушного движения убрали генерала, сняли его. А другие теперь... Я приезжал к ним в гости, к авиадиспетчерам, и вижу, что они располагаются лучше, телепомещение лучше, обстановка лучше. Но, видимо, новый генеральный директор, пометуя, значит, старого, он, конечно, старается защищать интересы, так сказать, общества, государства, но он понимает, что его существование, как генерального директора, зависит в том числе и от тех, с кем он работает. Еще одна вспышка была в Сургутском аэропорту. Там генеральный директор, после того, как там долго проходило собрание, он взял и выгнал всех с помощью охранников из здания аэровокзала на мороз. Это была большая его ошибка. После этого сургутские авиадиспетчеры обратились ко всему профсоюзу, и весь профсоюз, который раньше был настроен мирно, весь профсоюз объявил голодовку. Это значит то, о чем вы начали говорить. Голодовка, и вы идете на работу, а авиадиспетчер каждый. Авиадиспетчер должен идти к медикам сначала перед работой. Медики его после там нескольких дней голодания смотрят параметры здоровья. Я вас не могу. Нет, я должен работать. Нет, вы не можете. Нет, я должен. Нет, вы не можете. Нет, я должен. И эта битва, и этот конфликт между авиадиспетчерами и медиками завершается всегда в пользу медиков, потому что медики отвечают за безопасность, в том числе полетов. Их, если там что-то случится, этих медиков никто не посидит. Поэтому они тут твердо, и 40% воздушного движения было закрыто России. После этого работодатель пошел на переговоры, заключил коллективный договор, и было подписано соглашение о том, что тех, кто голодал, не привлекать никакой ответственности и в суд не обращаться. Вопреки этому соглашению, руководителя Омского и Новосибирского подразделения авиадиспетчеров подали в суд, и Омские и Новосибирские суды приняли решение запретить конкретно поименованным 12 авиадиспетчерам голодать. Серьезно? Да. Ну, поскольку это смешно, мы такую карикатуру сделали в газете «Народная правда», что вот судебные приставы такой большой ложкой идут кормить авиадиспетчеров. Ну, как еще выполнять? А президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалев выступил публично и сделал заявление, что мы... авиадиспетчеры, народ законопослушный. Если есть решение вот суда Омского и Новосибирского, вообще это хоть и нарушение нашего соглашения, но если есть решение суда, мы его будем выполнять. Вот эти 12 человек, они голодать не будут. Голодать будем мы, все остальные члены профсоюза авиадиспетчеров, поскольку нас это решение не касается. А вот эти 12 будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Да, вот он и говорит, результат будет тот же самый. Ну, вы представляете, вы съели 3 обеда и пошли к врачу. Я знаю. Если мало 3, съешьте 4.
Короче говоря, это, так сказать, ну, было, так сказать, вот эти ретивые работодатели или представители работодателей были выставлены на посмешище. Это, конечно, такой политический прием, безусловно. Вот, вполне. Ну и кончилось это дело вот тем, что больше это не делать. Или, скажем, и приезжаю я вот на встречу с президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалевым Сергеем Анатольевичем, он меня встречает, говорит, вот у нас, и мы идем в их помещение, там пропуск заказан, он говорит, а у нас сегодня спартакиада. Ну, я привез тут материалы как раз, их выступление на заседание Российского комитета рабочих. Настроен я был по-деловому, как-то меня спартакиада, я ничего против спорта не имею, но она меня не волновала. Он продолжает рассказывать, да вы не понимаете. Вы не понимаете, говорит, спартакиада у нас весь профсоюз бежит 5 километров. Я говорю, ну и что? Вы из какого общества? Да, вот я тоже так подумал. Причем, что профсоюз занимается? Ну и что, говорит Михаил Васильевич, а потом идут к врачу и диспетчеры. И результат будет тот же самый, как в предыдущем варианте. То есть они идут после этого самого пробега к медикам, и медики не допускают значительную часть. И тех, кого они не допустили, они рвутся, конечно, на работу. Но их не пропустили медики, и они не виноваты. Все. То есть, короче говоря, вот опыт авиадиспетчеров показывает, тот, кто хочет чего-то добиваться, он это делает. А тот, кто чего-то не хочет, он объясняет, почему он этого не сделал. То есть, поэтому в таких форм организации, таких забастовок, которые не были бы юридически оправданными, юридически оформленными, очень много. В частности, есть такое понятие в законе, как незаконные забастовки. Я вам очень советую это с этим познакомиться, с этими нормами. Они предписывают следующее, что администрация вправе, в случае, если организована забастовка, подать в суд на забастовщиков. Подать в суд и требовать объявления забастовки незаконной. И вот представьте себе, администрация подала в суд. Представьте себе, представительного органа работников, который призвал к забастовке. Забастовка началась, все бастуют. Никакой примирительной процедуры не проходили. Никакой примирительной процедуры не проходили вообще. Не было примирительной комиссии, не было никакого этого перед этим собрания коллектива, не было никакой конференции. Раз и забастовали все дружно, и все бастуют. Радостный работодатель, потирая руки, идет... Куда? В суд. Городской, потому что это городские суды или областные рассматривают, районы не рассматривают. Городской суд тоже с легким сердцем, ему там очень легко решает вопрос, что это забастовка незаконная. И что написано про незаконную забастовку? Что работники обязаны прекратить забастовку после вручения решения суда представительному органу, который возглавляет забастовку. Ну, во-первых, тут, поскольку забастовка, ну, получилась стихийной, как бы, да? А есть вот этот представительный орган-то вообще? Ну, в том случае не было конференции, не было выборов этого представительного органа. Ну, вот люди там один другому, так сказать, сказал, давай, бастуем, и забастовали. Где представительный орган? Нету кому вручать. Приходит, кто должен исполнять решение суда? Судебный пристав-исполнитель. Я прихожу к вам на предприятие, говорю, а где у вас представительный орган? А говорит, чего? Тогда я к вам. У вас есть представительный орган, который возглавляет забастовку? Не знаю такого, не знаю. Да? Не знаете же такого? Нет у вас такого органа? А если бы он был, вы бы мне сказали, где он есть? Он же может быть где? Вот где во время забастовки могут находить люди, которые, так сказать, составляют ее... Так сказать, костяк. Ну вот если, скажем, приходит судебный пристав-исполнитель, он идет, он приходит на то место, где станочник Иванов. Где станок Иванов? Вот станок Иванов. А где Иванов? Ну сейчас забастовка. Где Иванов? Не знаю. Иванов должен тут стоять? Не должен. Дома? Может быть? Может. Может быть, где угодно может быть. Нет никаких ограничений Иванова во время забастовки, где находится. Может он в Турции с риском для жизни. Откуда мы знаем, где Иванов? Короче говоря, идет
к работодателю судебный пристав, исполнитель говорит, вот это ваше предприятие, вот ваше, где находятся эти, я должен ему вручить. Вы подавали, подавали, все, вы выиграли, выиграли. Где эти вот деятели, которым я должен вручить? Тот говорит, ну если бы была работа, я бы сказал, что этот вот там, этот Томцев, этот Томцев, этот Томцев. Ну где я сейчас могу, как я могу их найти? И уже он уже, говорит, не может их найти. Ну этот посидел тут до 18 часов, до окончания рабочего дня, и пошел домой. Завтра придет. А завтра с чем он придет? И вот они начинают разрабатывать операцию, как найти. Ну вот в случае такой стихийно вспыхнувшей забастовки, да хоть как не разрабатывая операцию, ну невозможно найти, некому вручать. А раз некому вручать, никто и не обязан прекращать работу. Потому что прекращать работу он должен после того, как будет вручено решение органу, который возглавляет забастовку. А нет этого органа. Ну и все. Вот вам и политический, так сказать, аспект этого дела. Пишите лучше законы. Но нет таких законов, которые нельзя было бы, так сказать, поскольку нельзя все бесконечные варианты расписать в законах, нет такой ситуации, которую нельзя было бы рассматривать как частную, а есть другие частные ситуации. Вот и все. Короче говоря, так если говорить строго, если вот работники настроены на то, чтобы отстоять свои интересы, и они это творчески, эту задачу решают, то они ее решат. И наоборот, если этого настроя нет, то, так сказать, тут нет проблемы. Вот пришли, запретили, а после этого, значит, начинаются какие-то отдельные наказания. Хотя опыт вот других стран показывает, там есть забастовки, в соглашении, по окончании которых записано, что еще должен оплатить работодателю все дни забастовки, если он хочет, чтобы мы ее прекратили, и б, внести такую-то сумму на 10 дней забастовки на будущее. Будущее. Если она начнется, то уже будет это вот на 10 дней зарплата на будущие 10 дней будущей забастовки. Все зависит от, здесь как бы столько договоренности сторон. А если работодателя допекли, ему надо этот вопрос как-то решать, то вот он на это идет. Вот такая вот получается картина. Эта картина связана с организацией забастовки. А что могут делать работники во время забастовки? Во время забастовки они могут проходить экономическую, юридическую, политическую подготовку. Правильно? Ну не болтаться же просто так. Надо же порядок поддерживать. Скажем, вот мы вам курс читаем. Этот курс можно ведь прочитать во время забастовки? Это дело забасткома. Причем можно сделать его расширенный, с приведением там фактов, примеров, с приглашением, так сказать, еще кого-то, кто, значит, этим располагает опытом и так далее. Так, а кто вам мешает изучать, так сказать, необходимые произведения экономические? Вот три тома «Капитала» прочту и закончу забастовку. Кто может в этом помешать? Никто не может помешать. Тем более, если это забастовка у вас как частичное прекращение работы. Вот час в день вы будете читать «Капитал». Это немало. Я вот, например, в студенческом возрасте во время занятий по политэкономии читал только «Капитал». За это время я прочитал 2 тома. Только во время занятий. Единственное, ко мне во время семинаров подходила она строгая очень преподаватель, говорит, что вы там читаете? А вы сейчас мне скажете, а я вот читаю «Капитал», у меня на компьютере текст выведен. Ну, а что я могу сделать против «Капитала»? Куда я пойду? Никуда я не пойду. Поэтому меня никто не трогал, а вот 3-й том пришлось мне вот читать в свободное время. Только 3-й том, а 2 тома, а 2 тома – это немало. 1-й том такой, 2-й том такой. А теперь, мы должны почувствовать, что вот это, вот то, что здесь происходит во время забастовки, это обучение управления обществом. Правильно? Что, так сказать, делает представитель органов? Он управляет, отвечает за порядок. Он решает вопрос, кому, что и как организовывать работу по минимуму работ. Он организовывает работу и следит за тем, чтобы это соблюдалось. К нему приходит, говорит, надо вот корабль разгрузить, потому что он новое это решение надо принять. Кто принимает решение? Работодатель не может принять такое решение во время забастовки. Он скажет, идите в забастком. Работодатель скажет, идите в забастком. Забастком принимает решение. То есть он обучается управлению на практике. И вот если мы теперь
эту же ситуацию или эти вопросы возьмем в историческом аспекте, то мы должны будем сказать, что, и это мало кто понимает, что вот от забастовок и забастовочных комитетов до создания советов один шаг ровно. То есть, если представители забастовочных комитетов на какой-то территории собираются, скажем, представители забастовочных комитетов Ленинграда, или представители забастовочных комитетов Москвы, или представители забастовочных комитетов города Ива. Забастовочные комитеты, они уполномочены своими коллективами, правильно? И вот уполномоченные коллективами своих представителей направляют в единый территориальный орган, но этот территориальный орган сформирован не так, как нынешние территориальные органы, через территории, территория через территории, через избирательные округа, а он идет через выборы по коллективам. И корни этого территориального органа – это забастовочные комитеты, которые способны остановить жизнь города. Или наоборот, пустить в ход именно те предприятия, например, нужно губернатору города напечатать какой-то свой приказ. И этот приказ диктуется тем, что нужно, так сказать, поддерживать порядок или обеспечивать хозяйство. Они приходят в этот орган, который создан из представителей забастовочных комитетов, говорят, вот надо напечатать. Я говорю, сейчас почитаем. Почитали, говорят, да, это надо напечатать. И дают указание бастующим работникам типографии, чтобы они вышли на работу и напечатали это. Так и было в городе Иваново, где родились советы в Иваново-Вознесенске. Они родились вот таким образом, как органы, которые образовались по представительству от забастовочных комитетов, то есть от заводских коллективов. И это новое слово вообще в политической практике гораздо более высокое, чем слово Парижской коммуны, потому что в Парижской коммуне была организация по территориальным единицам. Вот отсюда и коммунальщики, отсюда и коммунальные услуги. Вот оно, коммуна. Коммуна только понимается в территориальном плане, что мы вот из одного района. А как сплачивает один район? Никак особенно и не сплачивает. Я не знаю, как вы, многих ли вы знаете из живущих на вашей лестнице, я думаю, немногих. Никак не сплачивает совместное житие. Вот. Поэтому мы можем совершенно точно констатировать, что все управляющие компании, которые представили протоколы собраний по избранию управляющей компании, это липовые, то есть сфальсифицированные документы. И поэтому жулики, которые это делали, которые вдруг озаботились, как вам сделать хорошую крышу, как вам сделать чистый подвал, и потом ездят за границу за счет средств, которые вы выплачиваете на общедомовые расходы, там и другие статьи, которые они же сами устанавливают. Вот то, что мы наблюдаем, то, что происходит, это связано именно с тем, что никакой контроль снизу в таких органах, которые созданы по территории, хотите по дому только, хотите по группе домов тем более. Можете себе представить какой-то орган, что вот 5 домов образовали 5-домовый комитет. Да это ерунда. Но на самом вся вот эта система выборов нынешних в буржуазном обществе, она построена по территориальному признаку. И поэтому в результате этой выборы побеждает кто? Кто побеждает на выборах при территориальной системе выборов? Тот, кто их организует. Тот и побеждает. Правильно? Как референдум. Кто побеждает на референдуме? Тот, кто его организовал. Например, вот был референдум 17 марта 1991 года по поводу Советского Союза. Опрос большой. На этом опросе ставился, так сказать, вопрос такой. Вы за обновленный союз суверенных государств, в котором будут обеспечены там, права и свобода каждого человека? Народ в 70% проголосовал за это. А за что оно проголосовало, вот это большинство? За переход от Союза свободных республик к Союзу суверенных республик. Помните, как пелось в гимне Советского Союза? Союз нерушимый, республик каких? Свободных. Свободно. А стали суверенны. Вам СНГ не показало, что такое суверенные республики? Суверенные потом, и Конституция работалась, вырабатывалась Горбачевым и Ельцином в Новоогарёво. Конституция Союза суверенных государств, ССГ, так предполагалось назвать ССГ.
То есть предлагалось тоже его разрушить, Советский Союз, но как бы сохранить декорацию такую, ССГ. Ну какая может быть конституция ССГ? Если это суверенное государство, то мы все там 49 государств приняли так, а вы решили не так. Вы обязаны выполнять? Нет. Поэтому никакой конституции вообще не может быть для ССГ, для Союза суверенных государств, потому что это видимость Союза, это видимость единства, а на самом деле полное разрушение. Поэтому люди вот голосовали, и они как бы совершили такой юридический акт, ну не сами, конечно, а было организовано это. Но как вы думаете, кто составлял вопрос? Народ составлял вопросы на этот референдум. Народ, который за Советский Союз. Составляли вопросы Яковлев с Горбачевым, ну, может, с Медведевым еще. И они составили такой вопрос, который предрешал ответ. Вроде как, если ты против проголосовываешь, ты вообще против Советского Союза. Или ты вообще за старое против нового. Если ты за проголосуешь, то ты, значит, проголосовал за уничтожение Советского Союза как федеративного государства. Так по смыслу. Но если люди политически подходят и понимают, за что они голосуют, ведь это юридический акт, референдум. Это же было записано, что если референдум, то он проводится уже дальше кем? Всеми органами государства. Вот эти трое человек, которые подписали потом, денонсировали договор о Советском Союзе, они опирались на решение этого референдума? Опирались. Чего вы к ним предъявляете? Говорит, я человек маленький, меня зовут Боря Ельцин, я вынужден волю народа. Проголосовали же за то, чтобы превратить Союз Советских Социалистических Республик в Союз Суверенных Государств. Проголосовали. Ну вот мы и реализовываем результаты. Народ потребовал. И тут же и кто? Шушкевич. Тут и Кучма, да? Вот эта троица подписала. Осталось только позвонить президенту США и доложить, что ваше задание выполнено. Что и сделал товарищ Ельцин. Быстро последовал звонок туда. Как сейчас говорят, в Вашингтонский обком. Поэтому надо сказать, что вот эта система избрания делегатов по не кандидатов и движения, а избрания делегатов от коллективов, она принципиальная разница от всей системы территориальных выборов, которые характерны для буржуазного общества. Она настолько разница, что поначалу на эти самые советы, несмотря на то, что они активно действовали, не смотрели как на органы, которые как находятся в какой-то противоположности к этому самому буржуазному строю. То есть, во-первых, эти самые советы в Иваново никто не разгонял. Они одно время, пока был подъем рабочего движения, и они вот силу имели благодаря этому рабочему движению, они действовали еще, такие органы были созданы в 16 городах. То есть 17 городов управлялось советами. То есть в 17 городах местная власть стала советской. То есть ничего другое не решало. Ни другие органы ничего решить не могли. Решить могли только эти органы. Это было в 1905 году, и это открытие русского рабочего класса, потому что никто больше, кроме русского рабочего класса, ни в какой стране и никогда этого открытия не сделал. И ни одна партия не может сказать, я придумала. Более того, даже, так сказать, представители большевистской партии, которые сразу стали поддерживать, Фрунзе поддерживал, скажем, совет Иванова и другие товарищи, и даже поддерживали тогда, когда советы были эсеро-меньшевистскими в 17 году. В 17 году снова возникли эти советы, как грибы после дождя. Вот после падения царизма вдруг возникает, вроде бы должно быть как в Европе, парламенты. Эти парламенты принимают буржуазную конституцию. Вот и наметило правительство временное учредительное собрание проводить, и само его не созывает. Оно только гонит людей воевать на фронт. И смертную казнь ввело. А советы возникли. И первый совет у нас городской проводился в Таврическом дворце. Вот по этому поводу есть такая книга 140 Феликса Чуева, 140 бесед с Молотовым. Что вот ходит по Петрограду товарищ Молотов, его подлинная фамилия Скрябин, и товарищ Шляпников, член Русского бюро ЦК большевиков. И видят, что-то происходит в городе, но никак не могут понять, что происходит. И они идут куда?
к Алексею Максимовичу Горькову, который все знает. Приходит к Алексею Максимовичу и говорит: Алексей Максимович, расскажите, что тут происходит? Как, вы не знаете, у нас создан первый совет в Петрограде. Первый совет, хотя в Петрограде был совет и в 1905 году. Если вы пойдете сесть на четвертую линию, на четвертую Красноармейскую, свернете с Московского проспекта, идете от Технологической на 4-й Красноармейскую, и с правой стороны написано: в этом доме состоялось заседание Петербургского совета рабочих депутатов, на котором выступал товарищ Ленин в 1905 году. Петербургского, а потом уже Петроград у нас стал называться. А Петроградский совет был в 1917 году. И вот Петроградский совет, оказывается, как объяснил Алексей Максимович, находился в Таврическом дворце. И вот Шляпников, Болотов идут в Таврический дворец, подходят, там огни горят, так сказать, стоит охрана, говорит: а что здесь происходит? Здесь работает Петроградский совет рабочих депутатов. А кто председатель? Керенский. Все знают, что он был возглавлял Временное правительство, а то, что он первый в 1917 году совет возглавил, никто не знает почти. Ну, будут знать. Доложите, что пришли члены Русского бюро ЦК. Вот, доложили. Керенский вышел из президиума, встретил их и провел их в президиум и посадил. По этому поводу Молотов такое делает замечание. Надо было входить в совет, мы вошли в совет. Ну, как бы выборы тоже тут не совсем были последовательными, потому что как-то не от коллективов они вошли, а тут вошли. Я думаю, там не только Молотов и Шляпников, но и другие также попали, не все от фабрик и заводов, но общий принцип формирования был все-таки от производственных единиц. От производственных единиц. И первоначально эти советы были эсеро-меньшевистскими. Большевики как, поддерживали, не поддерживали? Большевики выступали за то, чтобы эти советы вообще взяли власть. Так или не так? Но если они эсеро-меньшевистские, ну, советы, они представляют собой такой орган, в котором может поменяться классовый состав, и очень быстро. Почему? Потому что в парламенте вопрос отзыва – это вопрос невозможный по исполнению. Невозможно отозвать того, кого вы избрали в парламент. Как вы его отзовете? Во-первых, как правило, идут выборы по списку партий. Вам не нравится Иванов в этом списке, а партия вам нравится. Вот вы голосуете за партию, значит, и за Иванова. Если вы голосуете против Иванова, а вам нравится партия, а чего вы тогда голосуете против этой партии? То есть все товарищи, которые, так сказать, участвуют в выборах, они в таком вот известном тупике. И потом на выборах вы уже его не отзываете, а вы его просто не избираете на следующий год. Вам и сейчас могут предложить: вы давайте в следующем году, в следующий раз, когда будут выборы, вы против этой партии проголосуете. А сколько уже пройдет времени? То есть никакого отзыва нету. В свое время депутат Шейн Олег Васильевич, который является сопредседателем профсоюза защиты труда, написал Валентине Ивановне Матвиенко, когда она заместитель председателя правительства была по социальным вопросам. А вот отзыв возможен у нас из нашего парламента, из Думы? Валентина Ивановна ответила, что современная форма парламентского председательства исключает отзыв депутата. Исключает сама форма. Да, я буду завтра, но у меня сейчас лекции. Ага, спасибо. Вот. Поэтому и официально это признано, что всякий отзыв невозможен. А что это означает? Это означает, что выбирают, как говорится, по словам, а судить надо о депутатах по делам. Да? И как в Писании написано: по делам их узнаете их. Поэтому Священному Писанию советы соответствуют больше. Потому что как только выяснится, что вот имя рек вот такой-то, депутат совета, он, значит, что-то заскучал и неэнергично защищает интересы коллектива своего, не работает или зазнался, что делается? Собирается этот коллектив или вот забастком и принимает решение Иванова вернуть, послать Петрова. А
совет, когда собирается, он спрашивает: так, вы с Кировского завода? Кто вы из Кировского завода? Это для совета все равно, правильно? Иванов, Петров или Сидоров, с Кировского завода. Вы с Красной Зари? Ну, вы сегодня с Красной Зари? Хорошо. Для голосования в совете это достаточно, что представлены эти предприятия. Не представлены эти люди, потому что если предприятие вам доверило, почему я должен выражать вам недоверие или там что-то говорить? Значит, вас прислали, и все. Вот есть бумага. Кого отозвать, то вы с такой бумагой пришли. Подпись, печать, все. Вы теперь депутат. В итоге, надо сказать, что когда этот вопрос был осознан, уже после того, как советская власть была в руках, появился такой документ, который называется «Программа РКПБ». И в нем уже впервые в таком документе, не в каких-то, не в выступлениях, не в статьях, а в документе, очень серьезном, политическом, было записано, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства, имеется в виду советское государство, является не территориальный округ, а завод-фабрика. Ну и Ленин неоднократно говорил, что главное право демократическое – это не право направлять. Вот вы направили, вы меня направили. Я как вот направил, я сразу начал лоббировать какие-то проекты и получать за это от тех фирм, которые меня просили лоббировать, большие деньги. А вы меня отозвать не можете? А чем отличается совет? Тем, что можно отозвать в любой момент, каждый день. Нет такого дня выборов или какого-то особого дня отзыва, чтобы можно было отзывать. В любой момент можно отозвать. А какой смысл проводить единый день выборов, там вот праздник устраивать, буфеты открывать, агитацию? Ну вот вы не придете, придет от вас другой. Ну для совета какое имеет значение? Это во-первых. Во-вторых, советская система была двухступенчатой. А что значит двухступенчатой? Это значит, вот избраны городские и областные советы, а дальше избрание на съезд советов. Вот я точных данных не имею, но мне кажется, там вот такой строгости, что избрать можно только из членов советов, не было, и можно было кого-то третье лицо послать не из депутатов от заводов и фабрик. И это недостаток. А в принципе, по идее, вот из членов этих советов городских и областных посылают человека на съезд советов. Съезд советов избирает исполнительный комитет, который орган уже этого съезда советов постоянный. А съезд собирается, и новые люди приедут в следующий раз. А вот исполнительный комитет уже представляет этот совет. И либо съезд советов назначает правительство, либо исполнительный комитет, когда нет съезда. И все. При этом эта власть доступна я для тех, кто избирает ее снизу. Доступна в каком смысле? Отозвать представителя своего коллектива каждый может. Ну, это зависит от того, какое у него влияние в коллективе, конечно. Коллектив может. А вот отозвать из Верховного Совета, который у нас появились после 1936 года, никто никого никогда не может. Потому что если у вас представляет там человек 1,5 миллиона населения, как вы его отзовете? Вы можете собрать 1,5 миллиона населения? Да еще по территориальным округам. Если вы не знаете всех на своей, так сказать, на площадке, может, не всех знаете. Я-то точно не всех знаю на своей площадке. Оно уж на лестнице-то тем более. Как я могу вообще организовывать отзыв? Тем более, так сказать, ну, для того, чтобы собрать собрание без автоматов, это вообще невозможно. Как можно еще заставить людей прийти на собрание? По территории. Никто, а никому это и не надо, чтобы собирали. Как эта проблема решается в Соединенных Штатах Америки? Очень просто. Вам бумажку пришлют, а вы там напишите, в какую вы партии, какую партию будете поддерживать, и все на выборах. И вы уже приняли участие, так сказать, в голосовании. А потом будут выборщики. Не непосредственно избирают президента, а избирают уже выборщики этого президента. Вот. Так сколько отсюда еще такой вывод? И сколько просуществовали такие у нас советы? То есть советы, которые являются советами, по сути дела, то есть которые формируются не по территориальным округам, а по представительству от производственных единиц, завод, фабрика. Так прямо и написано. Основной избирательной единицей является не территориальный округ, а завод, фабрика.
И вот хотя у нас товарищ Сталин многократно в своих произведениях на это ссылался, и во всех изданиях «Вопросов ленинизма», такая есть работа Сталина, сборник, цитируется вот это положение, которое я сейчас воспроизвел. Тем не менее, в 1936 году, вопреки этому программному положению, состоялся переход на территориальную систему выборов. Дескать, название-то мы сохранили же, советы. Ну, собрание-то, название-то есть. И, а если идти по линии, так сказать, какое есть название, я вам сейчас сразу докажу, что у нас давно и широко действует советская власть. Как называется высшая палата нашего федерального собрания? Совет Федерации. Совет. Чуешь? А как называется у нас тот орган политический, который принимает важнейшие политические решения, которые потом оформляются и в Федеральном собрании, и в правительстве, и так далее? Не знаете? Узкий. Совет Безопасности. Состоялось вот заседание Совета Безопасности, которым рассмотрены события на Украине и действия России. Так? Кто туда входит? А вообще, кто надо, те и входят. Туда входит президент, да, председатель правительства, директор ФСБ, министр обороны, бывший директор ФСБ, так, министр бывших иностранных дел, там сидит Иванов, помните, у нас был министр иностранных дел, глава администрации президент туда входит. Ну, то есть, короче, основные силовики, там основные ключевые фигуры. И основные ключевые политические фигуры. Остается только оформить. Потом, значит, товарищ Медведев, который возглавляет Единую Россию у нас, что должен сделать? Он должен обеспечить, чтобы члены Единой России проголосовали правильно в парламенте. Он и обеспечивает. Поэтому то, что примет Совет Безопасности, то будет и решено на таком парламентском уровне. Правильно? А вы, если вы из Компартии, РСФСР, можете там бушевать сколько хотите. Никто вам не запрещает. Даже и хорошо. Потому что как бы вы оживляете все, что не просто так вот. Какая-то машина работает бездушная, а вот вы выступаете, Жириновский может что-нибудь сказать против, а проголосовать за. Он всегда голосует за то, что за что голосует Единая Россия. А Справедливая Россия говорит, мы против жуликов и воров. А кто жулики и воры? Никогда не говорит. И как только Единая Россия голосует, члены Справедливой России тоже голосуют. Или было когда-нибудь по-другому? Никогда. Ну, а для оживления, я вот, скажем, он там... Брал Жириновский стакан, наливал воды и плескал в Немцова. Какая ответственность у Жириновского за это? Никакой. А если будут спрашивать, хоть у меня и парламентская неприкосновенность, если я депутат, я объясню, я посмотрел, но он так побледнел, я думаю, сейчас он потеряет сознание. Раз. И не меня хотите представить плохим человеком. Так что вот и все на этом. Короче говоря, значит, что у нас еще есть советы? У нас есть государственный совет, не слышали, нет? Когда собираются со всех городов и весей, губернаторов всех соберут, и по телевизору покажут такой длинный стол. Таких столов очень мало в России, больших. И вот за ним все они сидят. Это государственный совет. Ну, какая власть у нас? А здесь у нас ученый совет, что все решает. А в университете тоже ученый совет. А над университетом попечительский совет. Что у нас не совет там решается? И вообще у нас все друг другу что-то советуют, поэтому у нас страна советов. Согласитесь. Поэтому если люди всерьез не разбираются, что такое советы, в принципе, как органы, в отличие, скажем, от коммун, в отличие от территориальных органов другого типа, и что эти советы на самом деле на голову выше парижских коммун, на голову, что это открытая организационная форма диктатуры пролетариата, которая обеспечила в целом мирный переход от одной системы власти к другой. Либо народ созреет до такой системы власти, тогда переход будет мирный. А если он не созреет, не надо и, как говорится, и думать, что таким образом можно каким-то образом решить вопрос. Старая власть это не решит, а если это новая власть и слабая, она не представляет вот именно те коренные структуры общества, которые складываются в производстве, то она ничего решительного, ничего серьезного предпоставить не может. Вот Маркс и Энгельс
Они великие люди, но они закончили разработку вопроса о новом государстве тем, что вот государство должно быть старое сломлено, сломлено должна быть диктатура буржуазии и установлена диктатура патриата. А диктатура патриата – это что? Это форма государства или сущность нового государства? Это сущность. А форма какая? А вот как показали события, и об этом Ленин сказал на первом конгрессе Коминтерна, что Советы есть организационная форма диктатуры пролетариата. Не такая форма, которая может быть, может не быть, а вот только в такой форме она и может быть. И по отношению к диктатуре пролетариата Советы относятся как форма к сущности. Сущность формирована, а форма существенна. Второй раз к этому же Ленин вернулся в брошюре «Очередные задачи советской власти», где тоже написано, что Советы являются организационной формой диктатуры пролетариата. И вот что открыл русский рабочий класс. Поэтому вот то, о чем я говорил, это есть подтверждение того или, так сказать, вывод о том, что от действительно от забастовочных комитетов, от широкой забастовочной борьбы до изменения характера власти один шаг, но это шаг очень крупный. И он делается не этими не заговорами и не восстаниями. Потому что когда у вас собирался второй съезд Советов в Петербурге, Петрограде, то, конечно, можно было с помощью восстания сместить временное правительство. И что дальше было бы? И дальше была бы власть у Петроградского совета. И что дальше было бы? И Петроградский совет обвинили бы в том, что он узурпировал российскую власть и пытается присвоить какие-то выскочки, пытается присвоить его себе. Поэтому, вот если бы раньше у нас до второго съезда Советов Петроградский совет вдруг взял власть, сместив временное правительство, вот его бы обвинили в том, что он некий неконституционный орган, и вдруг он, значит, сместил законное правительство, хоть оно и временное. Или, представьте себе, разъехались депутаты второго съезда Советов, а тут и Петроградский совет, опираясь на силу Петроградского гарнизона, вы понимаете, что с Петроградским гарнизоном никто воевать не будет. Кто может воевать с Петроградским гарнизоном, который был большевистским? Никто. Он смещает это временное правительство, и что, и чья это будет власть? Ну хорошо, это будет власть опять Петроградского совета и Петроградского гарнизона. Значит, только, так сказать, сразу пойдут люди на этот самый Петроград воевать. Поэтому вот когда иногда упоминают соответствующую статью Ленина, говорят, что раньше было, и тогда еще было рано брать власть, вот до 25 октября, а 26 было бы уже поздно, он имеет в виду, что вот нужно было до минимума сократить время, когда эта власть была только в руках Петроградского совета. Петроградский совет сразу взял власть и на блюдечке с золотой каемочкой передал съезду Советов второму. И второй съезд Советов утвердил правительство советское, которое подчиняется съезду Советов и его исполнительному комитету, и все. И тем самым состоялся мирный переход к власти по существу. Но в Конституции не записали. В Конституции записали, что советское. Что означает советское? В Конституции не записали. В Конституции записали лишь одно, что в деревнях от 125 тысяч жителей, а в городах от 25 тысяч избирателей. То есть записали так, что можно и от фабрик и заводов. Раз избиратели написано, а не жители. Но не записали от производственных единиц. Программу партии записали. И это, так сказать, хотя вот и Ленин юрист, и много там было людей юридически, но вот такую важную вещь в Конституции не записали. И поэтому, скажем, с нашей позиции там, или с высоты этого времени прошедшего, обвинять кого-то в том, что люди не заметили, не выучили. Но мы тоже что-то не замечаем и не выучиваем, что потом становится ясным более поздно. Особенно хорошо это становится тем, кого разбили. Разбитой армии, как известно, хорошо учится. Спасибо за внимание.